Стосовно зараз цього етапу, цієї фази війни, ми пам'ятаємо, що раніше в своєму інтерв'ю, здається, для The Economist, генерал Залужний сказав приблизно таке, що нам потрібно там сотні танків, 300-400, стільки-то одиниць артилерії, дальнобійні ракети. Людей мені на даному етапі не потрібно, щоб звільняти українські території. Потрібне озброєння важке і ефективне. Зараз ми бачимо, що президент Зеленський оголосив про необхідність створення резерву у Збройних сил України. Мобілізаційні заходи тривають не лише з боку ворога, а й з нашого боку. Чи це означає, що зараз така фаза війни, що змінились обставини, і слова Залужного вже треба підкоригувати, що нам потрібні і люди також, а не лише техніка, не лише важка броня, ракети, авіація тощо? Уже понятно, что война будет не закончиться за месяц-два, она будет длиться как минимум до конца этого года. Задача все-таки стоит выйти на границы 91-го, исходя из уже определенной динамики боевых действий, динамики поставки. Мы прекрасно видим, что выполнить задачу выхода на Азовское побережье и захода в Крым мы это можем только ближе к лету. Или до лета, по крайней мере, а еще остается Донбасс, с ним возиться придется до конца года, это точно. Потому 23-й год, этот год будет весь боевым. А у нас целый год ребята воюют, их надо заменить. То есть есть необходимость в ротации, есть определенные ротационные задачи, есть определенные задачи в получении новой техники, для этого тоже нужны люди. Потому включилась система или продолжила работать мобилизационная система. Мы это видим, слышим. Подход, он немножко неправильный, так как все-таки оптимально набирать, это уже понятно, уже второй, можно сказать, второй год будем воевать в таком горячем ключе. Уже понятно, что нашим войскам нужна и ротация, но при ротации важно набирать мотивированных и профпригодных солдат и военнослужащих. То есть не мотивированные, не профпригодные военнослужащие, они себя показывают намного хуже, чем все-таки с хорошей мотивацией и с определенными предпосылками для выполнения боевых действий. Так вот эта мотивация есть у наших внутренних силовых органов. То есть это у нас у полицейских, у СБУ, у прокуроров, у налоговиков, таможенников, кстати. То есть у тех, кто получает денежное содержание от государства. Здесь очень прямая мотивация. Плюс профпригодность. Это тоже важно. Это люди, любого полицейского взять, он прекрасно обращается с оружием, он знает, что это такое, то есть его сильно учить не надо. Потому две вот этих позиции, мотивация, профпригодность, они должны стать во главе угла при мобилизационных сейчас моментах. И долго за ними бегать не надо. Любое РОВД, любое полицейское управление, полицейская рота, она в полном составе по зеленому листу выстраивается и дальше двигается, допустим, в центры по принятию личного, подготовки личного состава. То есть механизм немножко надо изменить. Нельзя немотивированных, непрофпригодных людей набирать в армию. Вот сейчас у нас уже другая армия и другая ситуация абсолютно. У нас стабилизирован фронт, мы прекрасно понимаем, куда мы движемся, прекрасно понятны задачи и методы их выполнения. Потому здесь вот надо все-таки не перегибать палку, а брать то, что уже есть и уже готовое, для того, чтобы выполнить задачу с меньшими потерями и, естественно, качественно. Абсолютно слушні коментарі, ваша позиція зрозуміла.